Добрый день, дорогие зрители и подписчики моего канала. Наш эксперимент подошел к концу. Я, правда, немножко не дождалась, не совсем прошло еще 2 недели. Но посмотрите, что получилось. Вот этот лучок, который был замоченный, он уже лег почти весь. Не могу сказать, что здесь он одинаково поднялся. То есть не могу сказать, что 100% он весь одинакового размера. Но на 95% он одинаковой длины и уже ложится. Поэтому я сняла немножко раньше. Я завтра его буду обрезать и класть в салатик. Вот он. Вот он весь уже, видите, лег. А вот лучок во второй половине, который был не замоченный. Сейчас я более подробно покажу. Значит, он немножечко короче. То есть тут уже надо срезать и кушать уже, потому что все уже. Этот еще, он немножко короче. И сейчас покажу, поверну другой стороной. Я вывернула другой стороной, чтобы вы увидели. Вот видите, эта сторона ложится, тот, который замоченный был. А этот еще растет, то есть короче, тоже есть, конечно, здесь длинные побеги. Не могу сказать, что сама природа нам не дает рост, а только стимуляторы. Но некоторые вот есть совсем коротенькие. Вот видите, совсем почти не проросли. Ну вот такой результат за 2 недели. Чтобы получать чаще лучок, я высаживаю каждые 5 дней новый. Вот такой эксперимент я вам обещала и показывала. Этот пойдет завтра в салат, потому что он уже ложится, он уже мешает на подоконнике. И уже куда же его мучить? А этот мы еще оставим немножко, он будет прорастать. Вот так. Эксперимент у нас прошел. Смотрите меня дальше. У меня много новых идей. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, до новых встреч.